преддверии Нового года гатчинскую детвору с наступающим праздником поздравил не один, а целых 5 Дедов Морозов. Наш корреспондент Светлана Чижова смогла лично убедиться, что у настоящих волшебников много не бывает. Уже стало доброй традицией, когда в преддверии Нового года и Рождества казачий Дед Мороз принимает в Гатчине своих друзей. На этот раз они приехали из Великого Устюга, Республики Татарстан, Карелии и даже из Нидерландов. И где бы ни появлялись эти волшебники, их везде встречают с восторгом. Вас сердечно поздравляю и от всей души желаю всем здоровья, процветания, должного образования, чтобы крепла вся Россия с Богом, красотой и силой. И сегодня всем народом поздравляю с Новым! В кадетском корпусе ребята давно и основательно готовились к этой встрече. Заранее были приготовлены памятные подарки, которые гости увезут с собой. Конечно, кадеты, принимая поздравления с Новым годом, захотели сфотографироваться с гостями казачьего Деда Мороза. Первый раз на этом празднике мне как бы очень понравилось, что Деда Мороза как бы и борода у них есть, и они все такие красивые, нарядные. Здесь даже с Нидерландов приехал. Мне очень понравился казачий Дед Мороз, он очень веселый такой, ну, и он отличался от всех остальных, потому что у него синий, а у всех остальных красный наряд. Мне понравились все, они были веселые. Очень забавные. Все подходили к ним и дарили подарки. Новый год я хочу встретить очень весело, как и сегодня. Все гости Гатчины непременно посещают императорский дворец. Самых почетных из них приветствует Ее Величество императрица. Сюда на праздник вместе со сказочными гостями пришли и юные гатчинцы. Они еще долго будут рассказывать про бал и веселую елку во дворце и поздравления самого главного российского Деда Мороза из Великого Устюга. Перво-наперво всем ребятишкам, большим, малым, желаю здоровья крепкого, как мои новогодние морозы, чтобы у всех на самое доброе новое начинание сил всегда было предостаточно. Улыбок лучезарных, чтобы глазки только искорками радости блестели. Побольше вершить добрых дел. Ребятишкам маленьким слушаться своих родителей. Школьникам только хороших и отличных отметок. И всего самого теплого, доброго и чудного новогоднего настроения. С наступающим новым 2015 годом, друзья мои! Искренне ваш российский Дедушка Мороз из Великого Устюга –